Мы пришли к вам в гости посмотреть. Отлично. Мы готовы показать. Депутаты Московской областной думы связывают с ленинским отделением центра «Домодедовский» давние дружеские отношения. Несколько месяцев назад Владимир Жук подарил комплект концертных костюмов для местного хорового коллектива. Обновка наверняка положительно повлияла на настроение певцов. Без музыки, что-то в тишине, но это довольно-таки сложно, это как песня акапелла. Но когда добавишь звука, звучание какого-то, да, становится все ярче и приятнее там лицезреть. И, конечно же, красивые костюмы дают вот эту визуальную картинку, дают вдохновление тем людям, которые поют. Недавно хор вернулся из Воскресенска, где занял первое место среди песенных коллективов Московской области. Впрочем, давно известно, что в ленинском отделении Центра социального обслуживания «Домодедовский» немало талантливых людей, и занимать призовые места на различных конкурсах для них не в новинку. Когда мы вышли, вот шли по коридору, где все там стояли, они говорят: «Сразу видно, что видное идет. Видное, говорит». После обстоятельной беседы для гостя устроили небольшой концерт, в ходе которого хор исполнил как песни советских авторов, так и русские народные. Как выяснилось позже, к разнообразному репертуару скоро прибавится и разнообразие сценических образов. Хор, мне кажется, он такой заслуженный, одна из визитных карточек Ленинского городского округа. И выглядит он всегда отлично. Они все бабушки наши и дедушки, они в таком оптимистичном настроении. Приходят сюда не просто песни петь, а пообщаться. Вот это самое главное. Они попросили еще другого плана костюма. Мы тоже этот вопрос взяли на заметку и думаю, что тоже сможем помочь. После общения с хоровым коллективом Владимиру Жуку показали новые помещения и оборудование, которые появились в Центре социального обслуживания со дня его последнего визита. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.